Гуляем в центре Питера. Пришли на Аврору посмотреть. Кстати, нам повезло. Мы где-то буквально минут 26-го, самые последние заскочили. Последний вагон, так сказать, купили билеты на Аврору. Внутри сейчас были. Причем муж проскочил, пошел билет покупать, а я сзади плетусь. Меня уже пускать не хотели. Я последняя зашла, говорю, у меня муж билет уже берет. Передо мной чуть не захлопнули это ограждение. Я говорю, мне вон, говорю, мне билет берут. Мужик, ладно, говорит, проходи. Ну, да. Говорю, у меня муж уже билет покупает. И тут я к кассе подлетаю, и на нас закрылась касса. Все, мы последние заскочили. До 6 Аврора, а время было 5:30 уже. Ну, там 25 минут, иначе касса бы закрылась. Вот, гуляем в центре. Такая красота здесь. Ну, время уже 6 часов, через 30 темно будет. Сейчас пойдем пешочком домой. Мы живем вот на том берегу. Нам надо через мост на ту сторону перейти. Ну, вот тот мост далеко. Вот здесь, по-моему, поближе мост. Вот с той стороны есть мост поближе. А вот там на том берегу гостиница Санкт-Петербург, Финляндский вокзал. А мы там чуть в стороне живем. Сейчас пойдем вот в левую сторону, вот с той стороны, там через мост и туда к себе. Пока дойдем... Минут за 40, за час, не торопясь, минут за 40 дойдем, за 30. Сразу домой, в магазин не будем заходить. Все у нас есть. Яблоки есть, колбаса, сыр, хлебушек. Все есть. Чайку попьем, что-нибудь пожуем вечером. Да мы только что в столовой обедали, вот 4:30. Еще не хочется не есть. Придем сейчас, будем чай пить. Пока под душ, там согреешься, пока помоешься, пока чай попьешь. Потом поешь, там яблоки. Можно овсянку заварить. С фруктами у нас в пакетике такая овсяночка. Поужинаем. Завтра у нас с Апсан в 3 часа в Москву едем. В 9 вечера уже дома будем. В 7 в Москву приходит. Ну и там 1,5 часа на сборы. Дойти, доехать до дома. Так, куда мой делся? Пойду догонять. Красота такая. 6 часов вечера. Вот на той стороне фонтан. Я помню, когда мы первый раз приехали в Питер очень рано, в гостиницу после 12 заселения, а мы в 6 утра приехали, и мы прям прошли от вокзала пешком весь Невский, и вот сюда вышли на Адмиралтейскую, потом через вдоль Эрмитажа, через Троицкий мост, через Марсово поле, и вот сюда пришли, тут вот рядом голубое здание Нахимовского училища, фонтан вот тут, садики. Вот первый раз, когда приехали здесь, 7-8 утра гуляли. Мужик нас один увидел, он думал, что мы местные питерцы. Потому что мы вещи на вокзале оставили, сумки. Гуляли налегке. Видите, как красиво. Это какие-то штуки, я даже не знаю, что это. Якорь, не якорь. На якоря, наверное, или что держит это вот тут. Она прикреплена, она никуда не может уплыть. Она вон крепко держится. Аврора. Красота. Вечером тут не были. Вечером с подсветкой, наверное, тоже красиво. Шесть часов. Мы что, их там поставили? Идем пешочком к себе от Авроры. Вот она, Нахимовское училище, Аврора. Вот тот мост далеко,
Тем более там надо еще на ту сторону перейти, потом обратно. Там далеко очень. А здесь вот прям сразу на нашу сторону. Тут вот гостиница Санкт-Петербург. Кстати, можно на трамвайчик сесть. Прям до дома доехать. На троечку. До гостиницы. Вот это что за здание, не знаю. Это Финляндский вокзал в той стороне. Темнеет уже. Время начала 7-го. Минут 10-15. Пока дойдем, к 7 дойдем. Минут за 40. Может, на трамвайчик сядем. Сейчас вот там у гостиницы. 100 метров отсюда. Из трамвайчика будет идти, сядем. А так не торопясь, мы за полчаса дойдем. Вот такой вот дом. Вечерний. Санкт-Петербург. Завтра домой поедем. Волн. Красота. И не холодно сегодня, плюс 13. Днем было тихо, сейчас ветерок поднялся. Завтра дождь может быть небольшой. Но мы завтра уезжаем, нам уже как бы все равно. Солнце садится. Садится вот этими домами, поэтому отсюда не видно. Только вот там последние лучи отсвечиваются. Чуть-чуть.